Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» сообщает, что судно «Ocean Viking» приняло на борт 34 человека, которые были спасены во время шторма. Среди них беременная женщина, которая почти сразу была отправлена в клинику на Мальту. Мы призываем международное сообщество предоставлять больше возможностей для эвакуации и переселения из Ливии беженцев, особенно нуждающихся в помощи. Мы надеемся, что сможем сохранить эту программу для спасения жизни застрявших в Ливии людей. В четверг власти Италии заявили, что достигли соглашения с другими странами Евросоюза по приему беженцев, находящихся на судне «Врачей без границ». Новое итальянское правительство заявляет, что пересмотрит подход к работе с мигрантами. На судне Ocean Viking сейчас находится 82 беженца из Африки,